Стальной хват России, привет. Вот Ваня поехал в гости, отдохнувший. В Сочи отдыхал, молодец. И говорит, Иваныч, давай что-нибудь сломаем. Значит, что я ему дал? У меня есть пруток давно уже, мы его потом покажем, там есть наклеечка. Это прислано от Вано Сухашвили на 160 миллиметров десятка. Ну, 160 самое главное, ребят, то есть это очень коротко. Он будет мягкий вначале, но сразу станет жестким. Посмотрим, как Ваня справится. 10 миллиметров от Вано Сухашвили на 160. Рано цеплять собираешься. Давай пока горячо. Куй. Очень рано хватает он, ребят. Так не делайте. Он начинает там со 130 между рогами уже пытаться зацепить. Но пальцы длинные. Плюс у него сила большая, дожимная. А так надо доводить до 90-95. Вот уже пошло дикое сопротивление. Жесть. Еще полная. Положиться. Если удачно, то все. Прошел, ну. Надо бы подгинать, конечно. Пока приплыл. Загни еще. Подняли тебя, да? Может, что попробовать? Не рано. Очень рано. Кто-нибудь делал? Ну, кто? Конечно. Ну. Все. А где еще у тебя вопрос, варианты есть? Олег. Да нет. Ну, мы же понимаем, что такое 160. Какой бы мягкостью она ни обладала. Десятка на 160 – это уровень Анатольевича. Прошел? Да. Вот. Ты просто, у тебя сила дожима большая очень. Ты можешь, так как она мягкая, довести ее до дожима, попытаться и задавить. А мы даже если подогнем, то только подогнем, потом не дожмем. Тут надо термит закрывать, ну, на единичке как минимум. Смотря какого, если второй, то это вообще зло. Не, ну про второй мы не говорим. Второй уровень термита на 13-й отметке это. Он будет складываться за один раз. Давай посмотрим. Так, да, еще. О, 8. Ой, здесь надпись была. Надо победить. От Вано 160. Все оставляем. Чупики, давай плотненько. Ну, если надо, да. Срывай.
Вот. Мягкая десяточка. Плотно зашло. Давай. Ну, наверное, еще есть. Еще немножко. Не, он прошел. Да уже все зашел. Давай. Как? Ну, разок давай. Разок. Даванул. Думаю, будет нормально. Хорош. Ну, будет мало еще. Нажмем. Еще и в минус ведь. Миллиметр надо, да, сделать? Ну, да. Конечно, прошел, но хочешь сделать. Жестко, жестко. Мягкая десятка на 160. Да. Оказалось, не совсем мягкой. Угу. Я сейчас этот еще штангель достану. Точнее, совсем не мягкой. Давай. Раз. Собрался, разобрался. Давай. Вот теперь уже. Наверняка. Ну. 4,5 показываю. Угу, нормально. Вот так вот. Ровно 10 миллиметров. Вот так вот. Ну все. Все. Десятка все, от Ивана Сергеевича. От Вано, присланная на 160 миллиметров. Всем удачи. Очень добра, здоровья. Пока.